В Актюбинской области река Уил вышла из берегов. Перелив через дорогу напугал местных жителей. Но, как заверили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, угрозы подтопления населенных пунктов нет. В регионе круглосуточно работает областной противопаводковый штаб. О ситуации с паводком в материале Лейла Уесовой. Из-за резкого потепления и обильных осадков река Уил в Актюбинской области вышла из берегов. Перелив произошел на 7-м километре трассы Уил-Каэнде. Под талыми водами осталась и автодорога Саралжин-Кусенбай. Ее построили в прошлом году. Жители говорят, что просили строителей поднять выше дорожное полотно, но этого не сделали. В итоге села остались без проезда. Ситуация под контролем. Дорожное полотно не разрушено. Движение автотранспорта идет по объездной дороге. На данном участке планируется установка двух водопропускных труб. В Байганинском районе талыми водами был размыт участок автодороги Караул-Кельде-Оймаот. Движение там уже восстановили. Всего из зоны подтопления вывезли 120 голов скота. 6 марта в противопаводковый штаб поступило больше 1000 заявок по откачке и отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий. 20 мобильных бригад продолжают следить за обстановкой в паводкоопасных районах. Силами департамента ЧС вместе с исполнительным органом проводят работу по очистке отводу талых вод с улиц, автодорог и дворовых территорий. На сегодняшний день наше подразделение работает в Тимирском районе. По городу оттуда наше подразделение работает, 16 мотопомп территории. Как нам поступает, по мере возможности наше подразделение приезжает, но работает машины и города. В октябре силами военнослужащих Нацгвардии расчистили 5 километров арыков, а также установили защитные дамбы из 2000 мешков с песком. На особом контроле сейчас находятся 4 паводкоопасных участка. К слову, на сегодня с улиц города уже откачали 88 тысяч кубометров талой воды, а на снежные полигоны вывезли 500 тысяч кубометров снега. Лейла Уэсова, Шумар Хадайбергенов, телеканал ТТК-42, Актюбинская область.